Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается 2019 год. Он был сложным, он начинался, давайте вспомним с чего. Накануне упали все индексы и в 2018 году, и все ждали кризиса. Но кризис не приходил. Да, было падение где-то в апреле-мае, да, было падение в августе-сентябре, но тем не менее, в конце предновогоднего ралли ничего страшного с нами не произошло, абсолютно все было хорошо, и индексы росли, акции росли, денежки приумножались, и год закончился, в общем-то, благополучно. И сейчас я хочу пожелать вам, чтобы и следующий 2020 год был не менее успешным, а более успешным, чтобы ваши инвестиции росли. Не бойтесь кризисов, не бойтесь ничего. Хочу пожелать вам семейного благополучия, хочу пожелать вам семейного счастья. И до встречи в следующем году. Ура!